Корейские специалисты подтвердили участие в строительстве новой главной больницы Камчатки. Краевая делегация провела серию переговоров в Республике Корея. Так, были обсуждены формы и условия привлечения иностранных инвестиций в реализацию проекта, обучение и повышение квалификации камчатских врачей и медсестер в ведущих клиниках Кореи, а также рассмотрена возможность внедрения передовых медицинских технологий в лечебную практику больниц региона. Это самый крупный социальный объект Дальнего Востока. Он очень непростой, это не просто бетонный сарай, это очень высокотехнологичное сооружение. Только в персонале IT-специалистов планируется больше 20 человек, которые будут обслуживать специальные экраны, стерильные экраны в 9 операционных, очень мощное центральное стерилизационное отделение. В краевом правительстве рассказали, что строительство Камчатской краевой больницы включено в государственную программу развития здравоохранения в России и выразили уверенность, что в результате реализации проекта новая краевая больница станет одним из самых передовых медицинских учреждений на Дальнем Востоке.